Аня сделала нам такой прекрасный завтрак. Яичник. Божечки. Чтобы Аня. Красиво было. Спасибо тебе. Я взяла. Выселяться всегда до слез. Пока мои любимые горы, мы сейчас поедем в Олимпийский парк, погуляем и сходим к морю. А, намазались СПФ с Аней, потому что вчера у нас сгорели руки. Прям сгорели. А у меня еще сгорел лоб. Хотя я намазалась СПФ 30. Но что-то, видимо, солнышку все равно. Ну и хорошо, мне нравится, когда я загоревшая. Так что поедем к морю. Мы приехали в Олимпийский парк. Я здесь первый раз, Аня, конечно же, уже тут была. Вот. Поэтому идем гулять. Но сначала первым делом идем к морю. Подышим морским воздухом теперь, не только горным. Вот. Так что идем. Идем гуляем. Вид, конечно, шикарный просто. Там горы, где мы отдыхали. Жарко сегодня, просто очень, тут, наверное, плюс 30. Вот, прям лето. Мы уже
вообще заблудились 20 раз, пока шли до моря, решили все-таки вернуться в машину и доехать до моря, потому что мы уже не в силах. Аня, аккуратно. Вот, уже не в силах идти. Короче, у меня сгорел лоб. Видно, надеюсь. Не очень приятно, я почувствовала, что болит голова. Зашли в уборную. Аня говорит: жесть, смотри, у тебя красный лоб. Вот. Вот. Мы наконец-то добрались до моря, до пляжа. Я сижу. Не, ну я, конечно, была. Аня дала мне, короче, кепку спасать меня, потому что иначе моему лбу. А, еще, короче, у меня шея сгорела тоже там сзади. Не знаю, каким образом. Просто я ходила с пучком. Вот. Короче, я теперь обгоревший человек. Приехали в аэропорт. Не без приключений, конечно.